Вот Хорош, это да. хорош, красавец. Рыбалка Ну все, удалась пошли домой. сегодня. Степка тебя назовем. Заберем домой. Там шахта какая. Он сожрал мою руку. Ура! Мы походим на рыбалку в Ладогу. Как ты думаешь, поймаем что-нибудь сегодня? Нет. Нет? Да и ладно, мы просто едем отдыхать. Вот так. Баня-то уехала. Да? Баня, по-моему, пошла уже купаться. Впереди. Тут своя атмосфера. Сачок лежит под удочкой, мне его не взять. Как-то аккуратно. Сейчас как-то гнет, нормально. Ну тогда не спешу. Смотри сюда. Где? Ой, что это? Кто это? Хватит. Сорвалась? Да. Блин, я только под сак щепу пропихнула. Такая большая. Ну, она маленькая была. Не думал. Кстати, волнишку вот, поднимает. Вышли на двухметровую лопату и как раз первая щучка. Ну, на этот раз под сак я не буду доставать. О, там издалека едет. Едет, прыгает, трясется. Какая щука, что ли? Малышок. Карандашок. Какая он, как сказать, больше. Ой-ой-ой. В общем, подсак не нужен. Отпускаем мы таких маленьких. Да. Давай. Бабушку сюда. Ушла. Ушла бега рыба. Заметила поклевку. Эти поймал. Ой, понял. Ты так далеко? Что-то так тянет. Я подсак брать не буду. Нет, надо брать. А я не буду. Что-то цепь. Вот увижу, какого размера, тогда возьму. Наверное. И опять что-то маленькое. Да? Маленькое. А, я же говорю, не надо подсак. Странно, что она так тянула-то? Мудрость, наверное, ушла. Наверное.
пошли на распутывание и отпускание. Пока! Пока! Волнишки раздувает, раздувает. Я что-то так нажала, она, блин, я думал, там нормальная щука прям остановила. Она, видимо, в водоросли пошла. Ну вот, это сработало. Вот такой воблерок. С двух сторон разного цвета. Что за тапочки? А до этого на цвета хайки взяла. Два раза. Самое. Где? День карандаша. К 1 сентября готовимся. Точно. Дятел. Отпускаем, короче. Готовимся к 1 сентября. Набираем и отпускаем карандашей. Это надо так, такая огромная Ладога, и вот три лодки. Ага. Вот так вот рядом все. Он на собрались. Мачту пересек. А этот вообще, да, прям ему путь. Тесно. Причем помеха справа, он тоже не знает, что такое. Просто делает, что хочет. Мы так не любим запах бензина. Мы так за экологию. Мы такие идем на веслах, троллим. Где-то в Ладоге. Где-то в Ладоге. Красота. Тишина. Только ветер свистит в ушах. Играл и особо не увидел. Доигрался. Нет, опять костыль. Что такое костыль? Карандаш? Нет, опыт. Пожалуй, мы возьмем, товарищи. О, это хорошенький. Забирайте. Грамм-то точно. Да. Дай-ка. Ой-ой-ой. Есть. Кое-что есть. Ну вот. Не зря ходили. А я говорю, водоросль, водоросль. Нет, это не водоросль. Это уже в норме. В хорошей норме. У тебя камера забрызгана. Ага. Пара слов о погоде. Дул монотонный южный ветерок. Хороший ветерок такой для парусов. Жалко парусов. Жалко парусов. С собой. Да ничего они нам тут. Что там? Что
там, что там? Что-то едет к нам. Куда смотреть-то? А, вижу, да. Тринди-бринди. Ну, а кушок, хорошо. Кушки нам нужны. Смотри, он догонял. Ну все, забрали. Что это? Мы слишком долго ее не замечали. Ну и ладно, ждем следующего. Включение. Камера, мотор. Кого-то мы опять тянем. Щука, наверное. Выкинулась кирпичом. Или, надеюсь, не карандашом. Ага. Что так крупное делает, кстати. Карандаш сопротивляет сильно, а крупная щука и так. Не поднимается, смотри-ка. Сейчас так, как так даст тут свечку. Свечкой в печку. Ой, карандаш. Грифелёчек. Ух ты, я бы сейчас. Ой, ты попался. Цел? В порядке? Да, я в порядке, она ушла. А, хорошо. Видела? Прямо я что хотел взять, и блесна пролетела мне по пальцу. Вот. Могла немножко зацепиться. Хорошо, что все в порядке. Блин, прям на отстрел. Ну ладно, грифелёчек ушел. Еще у нас есть хорошие плоскогубцы, чтобы крючки вытаскивать из пальца. Ну, лучше не надо. Наверное. Лучше, конечно, вытаскивать. С крючком ездить плохо. Я имела в виду, лучше не надо, чтобы такие ситуации допускали. Ну да. Что там у нас? Что-то есть. Что-то где-то как-то есть. Маленькая. Или сошло. Ой, как далеко там кто-то. Ну, там что-то вообще. Надеюсь, что хоть окунь. Хоть окунь. Как окунь? Давай-ка нам хоть окунь. Надеюсь, это не малыши, черкаши. Что это? Ничего себе. Как ушел. Отчасти. Ох, хищник. Это что такое? Открыл мужбай. Водоросли. А? Мя. Сначала там была пока рыба. Потом уже все остальное. Там тоже водоросли, да? Угу. Чуть спиннинг не отобрала. Это окунь, наверное. Он только на глиссирование выходит. Все. Ну. Привет, Кирюха. Ушел. Это был хороший окунь. Прям такие удары были по спиннингу. Отдай спиннинг! Я сказал, отдай! Жалко? Жалко. Ну ладно. Идем дальше. Солнышко садится. Рыбка не клюет, так что мы уже двигаемся в сторону дома. Надеюсь, у нас клюнет закатная щука в заветный час перед закатом. Все может быть. Не теряем надежды. Вот у нас закатная рыбина. На самом закате. Ой, какое солнце. Оно аж шипит. Блин, сучок давай.
Я не дам тебе сачок, давай, пока ты сачок, мне не покажешь, быстро. Кто там. Быстрее. Еще быстрее. Вот он, пожалуйста, сачок. Вот. Какой окунь! Без сачка мы его не подняли. Блин. Хороший такой. Вот это нормальное завершение. Хорош, вот хорош, да. Красавец. Рыбалка. Ну все, пошли сегодня домой. Степка тебя назовем. Заберем домой. Там шахта какая. Он сожрал мою руку. Закатные окуни. Вот так. Ну что ж, есть что пожарить. Отлично. Ну все, пока. Или не пока? Или не пока. Пока. Вон рыбаки уже летят сюда. Клюнуло, у него клюнуло. Гриша. Летим сюда. 15 минут прошло. Да. Солнце село. Начались сумерки. Сворачиваем. Да, заметно. Это очень плохо. Главное всегда уметь остановиться вовремя. Вообще-то я удочку смотрю. Ну хватит уже снимать. Ну нет. Снимайся в кино. С кутузом. Учитесь, а как брать все. Сачок. А ты говоришь все. Далеко не все. Может, он только расклеваться решил. Я только домой пошла. Так. Жить. Еще один закатный. Постзакатный уже. Да, никак не дает мне вторую удочку собрать. Клюет, клюет. Боевым кличем мы вернулись домой. И с уловчиком.
что, завершать будешь? Чем? Все, я завершил. Пока. Ты все подписка, сказал? Лайк. Вперед. Колокольчик. Да. Что там положено? Все, что положено.